И там все магазины, распродажа, распродажа, распродажа. Все переезжает, то есть делаем вывод, друзья, какой? Здравствуйте, друзья! Сегодня 12 июня 2019 года. Я пошел на рынок за продуктами. И здесь вот на солдатских матерей, что мы видим? А видим вот что. Магазин «Дверной стандарт». Смотрите, наш магазин переехал. Новый адрес такой-то. Купеческая лавка переехала. Зоосфера переехала. И там все магазины, распродажа, распродажа, распродажа. Все переезжает, то есть делаем вывод, друзья, какой? Вывод, друзья, у нас такой, что весь этот ряд по солдатских матерей магазинов будет закрыт. И значит, здесь будет стройка. Итак, все магазины закрываются. Там вот то, что я показывал из окна нашего дома, на территории бывшего винзавода «Лазурный» уже ломают дома. Уже там, значит, возле магазина «Спортмастер» уже мусор и грязь, потому что машины возят строительный мусор. Все меняется, друзья, на глазах. И скоро будет новый жилищный комплекс. Мы не узнаем этот квартал. Переехали? Да. А здесь что? А что вообще, почему переезжают? Потому что Южный Юмор переносит. А? Юмор переносит. Не Южный, а Восточный. Восточный. Да, да, да. Тут что, строительство будет? Да. Ясно. Ну, тут еще открыто, но, наверное, тоже скоро они переедут. А вот этот вот хазмак переехал 300 метров дальше. Тут написано, в связи с закрытием распродажа. А вы тоже переедете, да? Тоже переезжают. В общем, весь этот ряд переезжает. Папа, ну почему мне нельзя каре? Ой, точнее, вот. Смотри, тут тоже вот ликвидация. Тут все уже ликвидировали. Мы проспали, Маша. Папа. А, и банкомат, наверное, тоже переедет. Ай, жалко. Папа. Все. Друзья, все ликвидировано, все ликвидировано. Вот магазин «Бельишко» тоже ликвидируется, и все это здание тоже разбирается. И скоро здесь будет забор и новая стройка. Сегодня 14 июня. Здание бывшего завода «Лазурный» продолжает разрушаться. И мы видим, как в разгар сезона курортного вот такие клубы пыли строительной над Анапской, над Анапским шоссе и улицей Крестьянской несутся. Работает экскаватор.